Три ничейных счета. Ну и даже если мы будем вспоминать не входящие. Так, ну а вот какая потеря, выход и... Это был фол последней надежды. Ну, во-первых, чудовищную ошибку здесь, конечно, совершает Хави Алонсо. Выходит Джексон Мартинес один на один. Первый сориентировался в этой ситуации, уходит вправо от вратаря, и Нойер, да, задевает. Нойер мяча не касается, а вот... Я, правда, не уверен, что вот здесь фола не было со стороны самого Мартинеса. Вот здесь Нойер, да, все-таки он заплел ноги Джексону Мартинесу. Да, Куарежма сейчас против Мануэля Нойера. Очень важный момент. Третья минута. Куарежма тормозит немножко. Нойер прыгает не в тот угол. Аварии посмотрим, но так или иначе, конечно... Никто, я думаю, не ожидал такого начала. Ну вот маленькую паузу там Куарежма сделал. Я не думаю, что она сбила Нойера как-то. Он, по-моему, настроился вообще изначально прыгать. А очень. Так, а вот момент у Баварии. И каким же... Да знаете ли, не было здесь офсайда. Мюллер не был в офсайде изначально, а Левандовский успел из него выйти к тому моменту, как Мюллер делал ему вот эту скидку. То есть это, ну, по правилам нынешним. Левандовский пытался так нацеленно пробить в дальний от себя, от вратаря угол. Что творится с обороной у Баварии? Выход 1-1, 2-0. Начала допускать страннейшие ошибки, совершенно несвойственные этой команде. Ну и вот что сейчас сделал Данте? В общем, думаю, что даже ошибку Алонсо не сравнить с этой. Потому что Алонсо все-таки там был контакт между игроками. Там судья даже фол мог свистнуть. А вообще, на самом деле, ну ничего страшного пока для Баварии ведь не случилось. Ну 0-2, один единственный гол, и... Бавария будет иметь очень хороший счет для гостевой игры первой. 1-2. Вот при таком именно счете уже, конечно же... Вот он, пожалуйста, этот гол в повторе. Вот эта атака. Буатенг с фланга делает передачу. Жером Буатенг. Откуда он там взялся? И все проскакивают мимо мяча. А Тиаго... Это вот это то, что умеет Бавария. И про те тактические варианты, которые мы говорили, есть или что может Порту создать? Вот что может. Ну, это, с другой стороны, тоже, можно сказать, такая ошибка. Не до конца выпустил мяч из рук. Ему бы здесь, если он чувствует, что мяч перелетает ему за спину, отбить кулаками. А Нойер его то ли поймать пытался и выпустил, то ли просто не достает. Но... На самом-то деле, конечно, такая либеральная манера судейства гораздо лучше. Мартинес 3-1. На второй минуте, ну вот, слишком широко, да, располагаются два игрока. Буатенг пятится и не успевает головой выбить, а Данте его здесь не страхует. Ну, а Нойеру на самом деле тоже что было делать? У него уже есть карточка, и уже он пенальти здесь один заработал, поэтому на свой привычный шпагат он...